Корреспонденты. Корреспонденты. Папарацци, батюшка. Папарацци. Геннадий Тихонович, меня леску зацепили. А где же эта Игорева рыба-то, которую он поймал большую? Сорвался, вот такой вот сорвался. Самые большие срываются, это все рыбаки. Не, ну вот говорят. Свидетели были, вот Василиса, скажи. Ну, примерно сапог такой был, как батюшкин сапоги, нет? Ну, поменьше сапога. Поменьше, скорее. Ну, вот как башмак у Василисы примерно такой. Она может быть рыба возле самого берега, а вы туда ее даете. Надо сетью загрести от того берега на этот и все, ага, вытащить теперь... их всех. Нам главное важен процесс. Да. Вот она, вот она. Ой, да. О, видишь? О, ой, 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 ой. Вот она поймала. Гальян. Вот там уху будет свеженькая и свежей рыбы. А вы его как готовите-то? Ну как, почистим его. Жарите, варите, печете пироги или как? Уху сварим с картошечкой со свежей. Угу. О, где-то зацепилось. Давайте. Как большую поймаете, меня позовите, я рядом буду. Вот она мне еще не зацепила сейчас. Давайте. Вот так у нас воскресенье проводят время. Красиво и интересно. Видишь как? В прошлый раз Игорь-то поймал карпов. А сегодня вот нету их карпов этих. Сорвался один. Откусил у меня крючок, утащил. Полулегче. Понятно. Замечательно. Молодцы, девчонки. О, пожалуйста. Лучшая рыба это гальян. Вот убежала она. Никогда не подавишься костями. За нос не укусит. Понятно. Это вот лагерь рядом, у деревьев растут. Это лагерный пруд наш. Вот дальше там видно, это заплот наш сделанный. Если Господь благословит, весной рыба будет, еще поднимут. Сантиметров на 70 можно воду поднять. Хорошо. Пойду, там, видать, храм. Тут наш крест стоит. Это сено закрыто в диакона.